Посмотрите, какой красавец уже несколько лет летает вдали от Земли, чтобы наша планета ему совсем не мешала. Называется он Гайя. Ну, это в честь древнего названия нашей планеты – Гея, Земля. Это действительно целая космическая обсерватория. На борту у нее два телескопа, и они одновременно измеряют положение разных звезд и точно фиксируют разницу в этом положении. А значит, если все звезды неподвижны, а одна движется, мы сразу это замечаем. Запущенный в 2013 году астрометрический спутник Гайя обладает такой точностью измерений, что фиксирует смещение звезд на угол в 0,02 доли угловой секунды. Та же самая рублевая или двухрублевая монета, лежащая на поверхности Луны, видна с Земли под углом в 0,02 доли угловой секунды. То есть телескоп Гайя мог бы измерить размер этой монетки, лежащей на поверхности Луны, если бы он сам стоял на Земле.